Добрый день, у нас следующее обучение. Сегодня мы будем разбирать, как составлять наборы программ на приборах. Сейчас и как делается поиск. Для начала давайте. Ну, все знают сайт компании. Кто не знает сайт компании, он же есть на обычной нашей FireKeySmartSystem.com. Или он же есть на приборе, вот сзади прибора в инструкции написано вот SmartSystem.com. Здесь ссылка на инструкцию. Вот, но сайт тот же самый, SmartSystem.com. Вот берем мы экран ноутбука и вводим SmartSystem. Вот smartsystem.com. Нажимаем Enter, попадаем на сайт. Вот, на сайте есть раздел «Система сопровождения» или там «Система супроводу» или «Support System», в зависимости от языка. Нажимаем, открывается меню такое, и в меню мы видим первое, второе, третье, четвертый пункт «Перечень программ Smart Life». Нажимаем на него. Мы на него нажимаем, соответственно, открывается список всех программ. Вот. Мы видим полностью список всех программ. Вот. Нам нужно сейчас будет на приборе составить набор программ. Предварительно мы взяли первый попавшийся клиента, перечень программ, уже составленный, тут, я так понимаю, для позвоночника. Вот и видим, вот есть. Ну, в общем, для какого-то клиента составленный список программ. В частности, тут мы видим для позвоночника. Так, вот, программа. Вот. И, соответственно, мы эти все программы, где они находятся, в каком разделе, будем, конечно, искать через сайт. Для того, чтобы сделать поиск по сайту, как вариант, я покажу и как пользоваться компьютером, и как одновременно на телефоне делать то же самое. Имеем браузер. Браузер Chrome. Здесь открыли сайт, открыли перечень программ. Чтобы здесь открыть окно поиска, нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl-F. Ctrl-F нажимается вот так. Вот здесь Ctrl-F. Ctrl-F. Вот есть комбинация клавиш. Когда мы нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-F, соответственно, у нас вот появляется меню, окно поиска. Давайте закрываем. И снова я нажимаю Ctrl-F. Вот видим, появилось окно поиска. И, например, сейчас переключаем язык. Так, переключаем язык. И, например, мы видим в программе. Первая программа называется «Остеофиты позвоночника HC». Вот. Но нам не нужно так прям писать все название. Нам нужно всего лишь, мы напишем в поиске там 4-5 букв из первого названия. То есть «Остеофиты позвоночника». То есть напишем «Остео». Когда мы написали «Остео», сразу мы видим, что вот тут, что программа, что на сайте сразу идет отборка. И сразу оно показывает, что есть со словом «остео» есть один, мы сразу видим, что один вариант из 30. То есть 30 слов, где есть слово «остео». Давайте добавим еще один вариант «F». «Остеофиты», «остеоф». Такая комбинация «остеоф» только два раза, вот тут написано, один из двоих, 1/2. То есть есть две программы, и сразу оно показало две программы. Вот нужная нам программа «Остеофиты позвоночника HC». Вот. Мы чуть вверх поднимаемся, видим, что эта программа находится в разделе «Вертеблология». В подразделе «Вертеблорология». А подраздел «Вертеблорология», ну, если мы уже этим пользовались, мы знаем, что у нас красные – это раздел «Антипаразитарные программы». Там есть еще желтые. Вот видим, или давайте вверх поднимемся. Вот видим, красные – это антипаразитарные, желтые – это терапевтические, ну, по цветам просто посортировано. И зеленые наборы.
терапевтических программ. Вот, нам нужно снова, давайте на, нажимаем на поиск. Вот, давайте вот, я вам вот так более покажу. Вот снова остео, и так вверх-вниз. Вот, мы снова попали на наши остеофиты позвоночника в разделе вертебрология. Берем прибор, и теперь наглядно на приборе мы ту же самую программу. Вот, включили прибор. Теперь мы проверяем, пусто ли у нас в разделе меню пользователя, потому что мы будем добавлять раздел меню пользователя. О, видим, программ нет. Если есть программы, нам нужно их очистить. Очистка программ в настройках очистить меню пользователя. Вот, теперь мы переходим в раздел. Нам нужно антипаразитарные зайти. Вот, видим, антипаразитарные зайти. И теперь на А, ну на букву В, вертебрология на букву В, мы опускаемся вниз. Вот, и видим вертебрология. Заходим на букву В, вертебрология. Вот, и теперь опускаемся до раздела, до программы остеофиты позвоночника. Вот. Вот, видим, остеофиты позвоночника. У нас есть возможность, видите, как добавить. И выбрать. Если мы нажмем выбрать, у нас будет возможность запустить единоразово эту программу. То есть она просто отработает и остановится, и все. Если мы включим цикличность, ну буква С появится здесь, то программа эта будет просто крутиться до упору, пока не сядет аккумулятор. Вот, он перешел в ждущее меню, в ждущий режим. Так, теперь мы останавливаем программу. Вот, выходим в предыдущее меню, и нам это нужно эту программу через кнопку добавить. Вот, кнопку добавить. Видим. Да, вот добавить. Нажали, оно покраснело, и оно добавило эту программу в раздел меню пользователя. Так, мы уже видим, что у нас на экране сразу, вот под этой программой есть программа сразу остеофиты, а в этом перечне мы бачим сразу под программой остеофиты позвоночника, сразу программа остеофиты. Поэтому и тут же у нас на экране сразу программа остеофиты. Поэтому мы опускаемся и сразу нажимаем программу остеофиты добавить. Вот. И третья программа, мы видим здесь сразу остеохондроз. И вот здесь же третья программа остеохондроз. Нажимаем добавить. Добавить. То есть мы сразу сделали действие, которое сразу три программы нам добавило. То есть мы уже добавили три программы. Для проверки этого можно очень легко зайти в, снова в меню пользователя. Вот, и проверяем программа наша. Остеофиты позвоночника, остеофиты, остеохондроз. Хорошо. Давайте идем далее. Далее у нас есть программа, которая называется антистресс. Антистресс так антистресс. Мы помним, что у нас есть поиск. Мы, курсор здесь мигает. Мы удаляем. И пишем анти-с. Анти, ну, анти-с. Ну, то есть не все слово, а скороченные аббревиатуры. И здесь написано 1 из 18. То есть есть 18 вариантов, где есть слово анти-с. И оно сразу первое показывает. И мы, и стрелочки есть вору. И вниз. И мы стрелочкой вниз ходим между этими вариантами, ищем, видите, ходим, она мигает, и нажимаю. Видим, вот, она, ходим между вариантами. Так, нам нужно антистресс расстройство сна. Вот есть всякие программы, где есть ось. Есть наша программа, нашлась антистресс расстройства сна. Зеленая, мы помним, что это находится в... То есть программа антистресс расстройства сна находится в подразделе наборы для регуляции жизненно важных функций, а этот поднабор находится в разделе терапевтические наборы программ. То есть теперь мы включаем, соответственно, прибор. Терапевтические. Да, заходим в терапевтические наборы. Наборы терапии. Ну вот. Заходим. Наборы. Не терапевтические программы, а терапевтические наборы. Заходим в раздел наборы. Теперь
ну, так как раздел наборы, ну, буква N снизу есть, а не, поэтому я нажимаю стрелочку вверх, чтобы оно пошло, как бы, снизу пошло. Вот есть стрелочка вверх, и поднимаюсь, и снизу вверх поднимаюсь. Видимо. Вот, поднимаюсь снизу вверх. Вот, есть наши наборы для регуляции. Захожу. И есть наша программа антистресс. Добавить. Вот. Нажимаем добавить. Все, оно добавилось. Все, программа добавилась. Далее есть, нужна нам программа сна расстройства. В поиске пишу снова сна. Сна, и вижу, что есть один из 47 вариантов. Ну, в общем, есть много вариантов. Давайте напишем слово «растро». Растро. Вот. Рас... А, две «с». Расстройство. Расстро. Ро-е-с-то. Тоже видим один из 40 вариантов. То есть много программ, где есть программа расстройства. Ну, неважно. Вот есть «растро». Я написал «расстро-е-с-т». Вот написано. И опускаемся. Между вариантами у нас программа сна расстройства. И между вариантами ходим. Вот видим много вариантов, где есть. Ну, что есть слово расстройство, много, много есть программ, где есть расстройство. Видим и вот 16, 17, 18. Вот просто между программами кликаю вниз. Кликаю вниз. Вот кликаю вниз. Ищу программу сна расстройства. Вот. О! Есть программа сна расстройства. Желтый. Терапевтические. Сна расстройства программа находится в подразделе. Какой у нас подраздел? В подразделе. Видим, как много программ. В подразделе неврология. А неврология подраздел находится в терапевтические программы. Соответственно, включаем прибор. Заходим в терапевтические программы. И ищем N. Так как N снизу я знаю, поэтому я снова поиском неврологии, я иду, нажимаю вверх. Снизу вверх поднимаюсь. Вот. И теперь мы зашли в неврологию, и нам буква нужна S. А S мы же знаем по алфавиту. Тоже, ну, это так же самое, по тому принципу, поднимаюсь в гору. Ищу программу S, на букву S. Вон, программы на букву C. Вот мы поднимаемся. Вот видим, сколько всяких центров. Прям есть слово «центр». И храп. Который идет 15 минут, очень проверено в поездах. Так, у нас программа сна расстройств. Вот есть эта программа. Видим. Так, вот есть программа снова «добавить». Видим, я нажал и держу. Эта штучка, но эта штучка не загорелась. Поэтому мы отпустили и снова нажимаем повторно. О, видим, покраснело. Все, оно добавлено. Вот, покраснело. Вот, и теперь, так, теперь далее. После программы сна расстройства есть сон-регуляция и сон-глубокий сон. Вот, теперь снова заходим на поиск. И снова мы... Удаляю то, что написано расстройство. А теперь написаю сон. И видим, с программой сон есть 32 варианта. И всякие мансони, где есть сон. Спускаемся. Спускаемся. Вот слово бессонница всякие. Он есть сон регуляция. Вот здесь сон регуляция есть. И 22 вариант из 32. Ось, если вдали пошел, 25 вариант из 32. И тут уже есть программа сон регуляция.
Вот. Оно есть в разделе, точнее, в подразделе, в том же самом, неврология. В том же самом подразделе, неврология, эти две программы. Снова включаем. Снова заходим в терапевтические программы. И снова поднимаемся до буквы N. Вот. Так, букву N. Вот, неврология. И снова вверх. Ну, буква S нам нужна. Снова вверх. Идем, идем, поднимаемся, мы уже до буквы Т дошли, видим, как много программ. Вот это прекрасно, что много вариантов. Вот, и наша программа сон регуляция. Есть? Есть. Нажимаем добавить. Видим, я зажал, замигала кнопочка, но я не отпускаю, теперь снова. Вон. Покраснело. Все, оно добавилось. И вторая программа «Сон, глубокий сон». Вот есть «Сон, глубокий сон». Зажимаю, покраснело. Все, программа добавилась. То есть теперь мы с этих программ... Теперь нам нужно позвоночник, позвоночник вес, изнашивание. В общем, разные программы по позвоночнику. В поиске пишем «позвоночник». Позвоночник. Позвоночник, 25 программ. Опускаю сниз. О, видим, есть разные позвоночники. Так, и весь, изнашивание, крестец. Но там была программа, так, позвоночник. Но первый, ну, мы видим, здесь есть программы. Позвоночник, весь, изнашивание. А просто программа позвоночника, идем далее уже. Здесь просто программа позвоночник нету. Вот, я поэтому иду далее. Так, о, а программа позвоночник есть в разделе, ну, зеленый, в наборах. Проблемы с позвоночником, позвоночник, в наборах видим, что вот наборы. Вот, мы заходим. Теперь нам нужны наборы. Наборы. Я вверх поднимаюсь на букву П. Проблемы с позвоночником. Вот есть позвоночник. Добавить. Так, не добавила. Теперь еще. Вот, сразу добавила. Все, позвоночник есть. Так, ну, давайте проверим, то, что мы добавляли, есть ли те программы. Вот, есть. Вот позвоночник последний добавлен. Все, теперь нам нужны программы. Вот эти предыдущие были, что мы видели по позвоночника. А вот есть, вот вертеврология в весь изнашивание. А вот и у нас все. Ну давайте вот терапевтические программы вертеврология. Зашел не туда. Так, вот есть вертеврология, вертеврология. И идем к букве П. Так, вот есть позвоночник весь. Добавлено. Теперь далее. Позвоночник изнашивания. Есть вот позвоночник изнашивания. Добавляем. Добавили. Позвоночник крестец. Добавили. Позвоночник повреждения. Добавили. Позвоночник поясничный отдел. Так, вот есть позвоночник поясничный отдел. Добавили. Все, видим, здесь позвоночники все с этого мы добавили. Теперь у нас следующая программа с этого
обмен клеток опухоль. Ну, давайте обмен напишем. Обмен. 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 10 вариантов показывает. Ну, и мы... Это тоже для позвоночника. Мы сейчас вносим вот то, что здесь в наборе. Вот так. Так, обмен клеток. Вот видим. Обмен клеток. Есть подразделе онкология. Ну, давайте пройдемся все 10 вариантов, если такая. В общем, вот эта программа «Обмен клеток опухоль» находится в разделе «Онкология», в разделе «Терапевтические программы». Вот, снова мы заходим в раздел «Терапевтические программы», опускаемся к подразделу «Онкология» и ищем нашу программу «Обмен клеток опухоль». Так, вот есть «Онкология» подраздел. Нам нужна программа. Так. Нам нужна программа обмен клеток опухоль. Так. Так. Обмен клеток опухоль. Все, покраснело. Видим, следующая программа есть обновление клеток опухоль рак. Вот видим, сразу уже она есть. Вот сразу вот есть программа обновления клеток, опухоль и R нам не видно. Для того, чтобы посмотреть в два рядка, мы заходим выбрать. Здесь в два рядка оно отображается название. Ну, видим, мы даже, что одна частота всего лишь, процедура одна, идет 5 минут, частота 22,5 Гц. 22,5 Гц. Так, вот добавляем программу обновления клеток, опухоль. Все, теперь далее нам нужна программа детоксикация и лимфа. Пишем теперь в поиске. Детоксикация. Вот, и нам показывает 1 из 14. Ну и идем. Так. Вот есть программа детоксикация и лимфа. Эти красные антипаразитарные. Вот эта программа. Вот теперь мы выходим. Так, нам нужна антипаразитарная, на букву детоксикация. Так, пускаемся. Так, нам раздел детоксикация, токсикология. Детоксикация, токсикология. И опускаемся, ищем программу детоксикация и лимфа. Вот. И нам нужно, нажимаем кнопку добавить. Все, есть. Следующий межпозвоночный диск. Программа. В поиске пишем. Чин, межпозвоночный. Есть 1 из 5 вариантов и ищем нашу программу межпозвоночный диск дегенерация. Здесь написано межпозвоночный диск дегенерация. Ну и ищем. Так, о, дегенерация. Так. Здесь просто написано межпозвоночный диск дегенерация, ну, наверное, то, что набирали здесь, это имелось в виду эту программу, межпозвоночный диск регенерация. Вот. Который находится в разделе вертебрология, а желтый это обычная терапевтическая программа. Так, теперь мы снова заходим, чик программы и букву В, вертебрология. Так, вертебрология и ищем межпозвоночный диск. А, вот, да, дегенерация все-таки правильно написано. Межпозвоночный диск и дегенерация. Вот видим, как он написан здесь правильно. На сайте неправильно. Так, нажимаем кнопку добавить. Все, добавили. Так, следующая программа воспаление и,
и хирургия. Ну, воспаление, воспаление, программа. Это просто была подсказка в разделе хирургия. Так. Воспаление. Или воспаление. Ага, вот почему подсказка. Потому что 58 программ. Но здесь написано воспаление в разделе хирургия. Вот, ищем. Очень много. Вот воспаление. Ну, всякие разные воспаления. Нам нужно просто программа воспаления. Тут всяких очень много, очень разных программ. Воспаление. О, есть просто воспаление. Вот есть наша. А, хирургия, вот наша. Вот желтые, помню, терапевтические программы. И вот наше воспаление. Вот, включаем прибор. Так, терапевтические программы. Буква, вот хирургия. А, Б. И наше воспаление. В. Воспаление. Вот наше воспаление. Вот. Нажимаем добавить. Добавили. Так, еще одна программа здесь. Порезы. Порезы. Какие-то порезы. Порезы. Порезы так порезы. Вот есть одна из, ну, две программы, где есть порезы. Есть прорезы. Вот здесь в хирургии. Есть порезы в это не у нас, неврологии. Вот. Ну, здесь, так как мы находимся уже в программе, программе хирургия, вот, мы можем просто опускаемся, чтобы найти в нашу программу порезы на букву П. Вот так, на букву П. Просто опускаемся вниз относительно программы воспаления, потому что она в одном и том же подразделе находится. Вот так. Так, и там бываем, вот по алфавиту, вот, идем, всякие мышцы, мускулатура, вот сейчас мы уже придем. Вот наша программа порезы, сколько она там идет, она идет, 5 минут всего лишь, на частота, вот и мы нажимаем добавить. Так, не добавила. Еще раз добавить. Все, добавила. Вот, теперь выходим мы в раздел меню пользователя. Так, для начала я хочу зайти в мои наборы, показать, сколько наборов. Наборов нет. Видим, наборов нет. Заходим в меню пользователя. Вот есть наши все программы, которые заканчиваются порезами. Вот, давайте снова меню пользователя. И есть меню пользователя, теперь вот есть добавить набор. Видим, добавить набор. Мы нажимаем набор, оно загорелось, все, создался набор. Можно вот это уже меню пользователя удалять, потому что очищать. Потому что оно есть, все эти программы есть, набор один. Все, все уже, все, да, вот есть набор один, создала набор один, все. Теперь мы заходим, теперь нам нужно очистить, вот там мы запускаем их. Теперь заходим в меню пользователя, нам нужно очистить меню пользователя. Вот выбираем, все очистило, все, меню пользователя уже пустое. Чтобы убедиться, я даже зайду, покажу. Вот все, вот и мы запускаем. Мои наборы программ. Вот и есть. Вот есть первая программа наша. Снова нажимаем выбрать. Вот и чик.
Запустить. Все, теперь все программы будут идти одна за одной. Если мы включим цикличность, они будут идти до упора, пока не закончится аккумулятор. Вот. Если мы запустили, это идет вот первая, вторая, по очереди. Вот мы только что добавили вот эти все программы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.